вот этот изготовлен на временах эпохи, 5 лет назад, по-моему, средневековье. В 6 утра я его делать начал, и я его буду показывать. Топор, полукруглая стамеска, мура и нож, мой штучок. Потрясающе, я хотел спросить, ты как его сделали? Практически топором. За 3 часа. Вот такой больше делается. Больше такой, такой надо поработать. Обычно около месяца работаешь. А вот дека все сами или... Нет, здесь старый корпус от мелочей. Можно, можно вот рядышком на колесную веру Андрея Лисова заниматься. А вы знаете, что бывает? Честно делать-то. Записаться в музыкальную школу. А вот как ты? Потому что там, не знаю, там, ну, до всякой промышленности, вот, струны делают. Кышки же. У нас смычковые, японские волосы. А как звучание? Ну, тише звучит. Спасибо тише, огромное. Да?